Представители Мексики и Канады приехали в Вашингтон на переговоры о НАФТА. Эту зону свободной торговли три страны создали еще в 1994 году. Однако с приходом к власти Дональд Трамп объявил, что соглашение нужно пересмотреть. По его словам, оно нечестно по отношению к американским компаниям и подрывает экономику США. В первую очередь, по мнению Трампа, необходимо устранить огромный дефицит в торговле с Мексикой, который достигает 68 миллиардов долларов. Министр экономики Мексики сказал, что его страна готова к диалогу. Мы надеемся на конструктивный процесс. Хотим затронуть вопросы, которые перенесут НАФТА в 21 век. Мы готовы проанализировать торговый баланс. Однако только при условии расширения торговли, а не ее подавления. Ранее Дональд Трамп говорил, что если НАФТА не удастся кардинально переработать, то США готовы из соглашения выйти. В среду, когда начались переговоры, у посольства США в Мехико прошел протест, организованный профсоюзами фермеров. Они недовольны переговорами и призывают полностью отказаться от НАФТА. Мы против соглашения и повторных переговоров, поскольку договор не принес стране пользы. У нас нет роста в промышленном секторе, и у нас огромная продуктовая зависимость. Пока последствия соглашения были только негативными для коренных жителей страны, сельских общин и сектора мелких фермеров. Как предполагается, в ходе переговоров Мексика будет стараться сохранить привилегированный доступ своих товаров и услуг на рынке США. И Канады. Около 85% экспорта страны приходится на двух ее соседей.